Работа по модернизации первичного звена здравоохранения в Ульяновской области ведется полномерно не первый год. Своеобразным подведением итогов этой работы стал субботний объезд губернатором Сергеем Морозовым лечебных учреждений города Ульяновска. Согласно плану реализации национального проекта здравоохранения, областной онкодиспансер обзавелся новейшим оборудованием. Это оборудование американской фирмы «Акурей», вот на нем написано. Да. Оборудование достаточно дорогое, значит, инвестор вложил в него 318 миллионов рублей. Оборудование вот здесь, в этом каньоне, будет установлено, оно уже стоит на месте, сейчас дальше идут технические работы. Начнет работать после того, как закончатся вот ремонтные все работы, это еще где-то 2 недели, потом будет процесс лицензирования, то есть этот вид деятельности надо отлицензировать. Особенности нового аппарата в том, что он способен облучать раковые опухоли длиной до 120 сантиметров. Благодаря ему медицинские нужды жителей региона, страдающих онкологическими заболеваниями, будут полностью закрыты. В год бесплатную медпомощь на уникальном оборудовании получат бесплатно 650 жителей региона. Когда первый пациент прием? Я думаю, что конец декабря. Конец декабря. Ну, наверное, это будут. Пока оттестируемся, но конец декабря мы будем к этому стремиться. Не очень понимаю ваше женское такое легкое определение «конец декабря». Ну, вообще у нас по плану 29 декабря. На самом деле, вот это вот та дата, к которой мы стремимся, чтобы принять первого пациента. Ремонт поликлиники номер 2, расположенной на проспекте генерала Тюленева, начался год назад. В настоящее время запланированные работы полностью завершены. Отремонтирована площадь 330 квадратных метров. Стоимость ремонтных работ составила 5 миллионов 700 тысяч рублей. Наша поликлиника достаточно большая. Мы обслуживаем почти 15 тысяч приписного населения. Кроме детей к нам ходят и родители, и еще бабушки и дедушки. То есть всегда к нам приходит около в течение дня около 2000 человек. Это достаточно много. На деньги из областного бюджета проводится ремонт, который выполняется поэтапно. Полностью закрыть на ремонт учреждение нельзя, однако в течение 3 лет поликлиника будет полностью отремонтирована. Заседание, посвященное модернизации первичного звена системы здравоохранения, Сергей Морозов предложил провести на базе этого учреждения. Задачи модернизации первичного звена здравоохранения нужно решать системно и последовательно, считает Сергей Морозов. Надо все равно в какой-то степени там утверждать некий такой вот перечень объектов, которые мы на 2020 год могли бы, там, на 2020, на 2021 год могли бы там привести в порядок. Все работы по модернизации проводятся в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Сегодня первичная помощь оказывается в 12 государственных медучреждениях в Ульяновске и в 22 в области, которые насчитывают 702 здания. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.